состоянием моей души. День у меня начинался в 6 часов утра. Я начинала его с гимнастики. И только после этого я позволила себе немножечко покушать. Я ехала на занятия в Киевский институт культуры. В то время я училась, в те годы. Вот. И там начиналась серьезная творческая работа на уроках классического, народно-сценического, искусства балетмейстера и других дисциплин. Вот она наша, тогда она была Дрепина, Ольга Дрепина. Ну, такое, она была, ну, как и сегодня я ее вижу в академии, она была связана и повязана танцем. Танцем, танцюристы, танцовщицы, народные, характерные, эстрадные. То есть все, что связано с танцем, вот там вся Дрепина. Она болела этим. И заходит наш педагог по танцу. Так, все к станку, стали в первую позицию. Стали. На баяне лобает наш концертмейстер. Баян под музыку, не под фано, под баян. А потом смотрим, лично передо мной висят на станке какие-то пуанты такие. Ну вот через шнурок провязаны, перевязаны, привязаны и висят. Я на них смотрю, ну, мешают они мне. Тем более надо же как-то двигаться и ногой. Я беру эту штуку вот так вот раз и отбросил. Ну, для себя. В это время заходит наша с вами героиня. Точно она не помнит, но я-то помню. И я-то знаю, что это с моего курса, человечек. Где мои пуанты на весь класс? И на станок. Вероятно, повесила и забыла. Но я-то знаю, что я и выбросил. Ну, не выбросил, их снял и так. И смотрит на нас, на всех, типа, мы виноваты, где ее пуант. Потом подходит, видит, что лежат ее пуанты в классе хореографическом. Поднимается на меня, ты? Я говорю, нет, они у меня маленькие. Ну, она улыбнулась, поняла, что, в общем-то, конечно, я. Ну, что они висят-то? Я их убрал, чтобы они мне не мешали в махе, в тандю, батман и все остальное делать. Я придерживаюсь кредо. Человек над достижимым должен возвышаться, иначе где ж небесный идеал? Училась увлеченно, самозабвенно, а потом, получив высшее образование, также увлеченно начала преподавать хореографию учащимся. Раз, два, три, не торопясь, чуть веселее. Подъем вытянули, демиронд. Корпус, два плеча, приставили, вторая нога, три, четыре, раз, два, три. Со временем ее назначили председателем цикловой комиссии, а с 2002 года она возглавляет кафедру хореографии высшего учебного заведения, самого творческого вуза Луганщины. Луганской государственной академии культуры и искусств имени Михаила Матусовского. О, для академии для меня значит очень, очень много. В свое время, когда мне уже было много лет и меня пригласили работать в академии, было страшное чувство, что смогу ли я, выдержу ли я. И тогда начался такой очень серьезный процесс, когда нужно было доказать, что я могу, что я как заведующая кафедрой должна состояться. И, в общем-то, вся жизнь прошла в этих стенах, и я здесь, и я еще надеюсь, буду работать здесь очень много. Здесь началась моя научная деятельность. Это новый виток в моей деятельности как таковой. Я сейчас готовлю урок классического танца для студентов кафедры хореографического искусства. Мне часто задают вопрос, а что для вас студент? А студент для меня – это трудолюбивый, любознательный, творческий человек, иногда лентяй. Но я знаю одно, что студента нужно всегда вести, как в той древней Греции, за собой, за руку. Thank you.
Иногда так, проходя, привет, думаю, как классно, каким теплом веет, какие качества, самые что ни на есть классные качества, потому что она ничего не потеряла, что в ней было, креатив, юмор, походку ее, эту дрепинскую, я помню вечно, они танцористы, танцовщицы, они вечно ходили по шестой позиции, по второй позиции, вот это же утята наши. Ну, это свойственно всем хореографам, всем балерунам, балеринам. У них плавная походка, манеры эти все, шейка, аристократы. Ну, вот. И слава богу, что она отдает и преподает, и у нее еще можно чего много набраться и взяться, и взять, и... Но не копировать, нет, пусть они свои индивидуальности воспитывают, индивидуумы, но там есть от кого взять, от Потемкиной теперь. Ну, первое впечатление, вот мне, я говорю, это человеческие качества, доброта ее, она никогда не повышала голос, как бы, по отношению ко мне во всяком случае. К студентам она была требовательная, вот, очень серьезно всегда готовилась к занятиям, и... Читала она тогда народный танец, я тоже сам народник, поэтому как бы мы с ней вот еще на этой почве более сдружились. Вот. Потом она уже стала больше читать классический танец, и сейчас в академии она преподает как раз классический танец. Но тем не менее она во всех ипостасях была молодцом. Она обладает удивительной способностью именно вдохновлять, заражать творчеством. Подчеркиваю, не принуждать, не заставлять, а побуждать коллег, студентов работать с полной самоотдачей. Ну, знаешь, с каким цветком? Хороший вопрос. С ромашкой, скорее всего. Такой большой, классной ромашкой, где несчитанное количество лепестков и яркая средина. Вот такая наша Дрепина, Потемкина. Наверное, светлая ромашка с серединкой, тянущейся к солнышку. Не подсолнух, а именно ромашечка с белыми лепестками. Но с желтой серединкой. Ну, потому что как бы цветок и оккультуренный, и полевой, но вместе с тем, как он самобытен, как он красив, как в нем сочетаются именно белое и желтенькое. Вот в нашем юбиляре, в Ольге Николаевне, это сочетание пропорций и умение быть учителем, и умение руководить, и умение вести за собой, но не приказывая, а показывая образец. Вот это, мне кажется, вот в этом высший пилотаж. Мне кажется, что он отличается от других преподавателей. Во-первых, это подготовка, знание своего предмета, манера преподавания. Ольга Николаевна для меня эталон. В первую очередь, потому что для меня она как человек в первую очередь замечательный, она вдохновляет, она безумно гениальный руководитель, она безумно гениальный педагог. Я даже представить себя на ее месте с трудом могу, потому что я уверена, что я не смогу достичь именно такого уровня мастерства, как и в теории, так и в практике. Также она для меня является, вот, грубо говоря, психологом. Вот даже когда есть такие моменты, когда хочется бросить, опустить руки и сказать все, что это все не мое, она приходит, или я к ней обращаюсь, или она сама замечает, что что-то не так со студентами, она начинает разговаривать, помогать всячески. Ну, то есть это очень много значит не только для меня, но и для всей нашей группы. Счастье было валютой, я все равно бы работала хореографом.